«Юрий в день» — российский фильм, который в свое время произвел на меня очень глубочайшее, прям неизгладимое впечатление, производит до сих пор. Это история женщины, оперной певицы, которая приезжает вместе со своим сыном в российскую глубинку, и вдруг этот сын внезапно теряется, и она его ищет. И вот в своих поисках проходит, можно сказать, по всем кругам ада вот этой самой нашей российской глубинки. Поставил этот фильм Кирилл Серебренников, замечательная работа. Но сейчас я больше хочу даже сказать о другом авторе этого фильма, о человеке, который придумал эту историю, Юрий Арабов, великий наш кинодраматург, который, к сожалению, вот совсем недавно ушел от нас. На мой взгляд, «Юрий в день» — это одна из его, ну, главных картин, у него много других названий фильмографии, работы с Александром Сокуровым в первую очередь, но вот лично мне «Юрий в день» особо близок, по-моему, это выдающаяся именно сценарная работа, как здорово, как блестяще здесь все придумано.